В Санкт-Петербурге мужчина бегал с ружьем и стрелял в прохожих вблизи участка полиции. Он чуть не попал в пожилую женщину, затем сам побежал на территорию перед 4-м отделом полиции, отбросил ружье и упал на землю. К нему побежали полицейские. Мужчина кричал, что хочет в психушку. Рядом стоял знакомый стрелявшего и говорил, что зря он это сделал. В общем, надели на него наручники и увели для разбирательства.